Красноярск присоединился к всероссийской акции памяти о погибших в Южной Осетии в 2008 году при вторжении грузинских войск в республику. На площади Победы прошел траурный митинг. Депутаты законодательного собрания, представители различных национальных автономий края говорили о трагических событиях того августа. К вечному огню возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. На митинге звучали призывы не забывать уроки истории. Это событие, о котором нужно говорить, нужно помнить, чтобы никогда больше такие трагические события в нашей жизни не повторялись. И общество должно давать оценку тому, что произошло. Не допустили развязывания войны. Это очень важно. Важно не только для нашего государства, но и в целом для мирового сообщества. Россия еще раз показала лицо той державы, великой державы, которая способна остановить различные агрессивные силы и принудить к миру и заставить жить и думать, как все человечество.